Улов на миллион. В Тверской области прошел кубок «Адреналин Ру Опен». Традиционные рыболовные соревнования по ловле спиннингом с лодок собрали поклонников активного отдыха и спорта из разных регионов страны. Впервые за 6 лет своей истории кубок «Адреналин Ру Опен» принимал курорт Завидово, расположенный на берегу рукотворного Московского моря. Точнее, у места впадения реки Шоша в Иваньковское водохранилище. Рыбалка – это всегда новинки. И когда мы меняем места, это всегда интересно для рыболовов и всегда их приводит, собственно говоря, в более одинаковые условия. Я говорю именно слово «более одинаковые условия», потому что они и так пользовались в основном вот этой акваторией. А мы сдвинули сейчас ее еще ближе к устью и, собственно говоря, ближе к Твери, для того, чтобы все-таки вот эту географию немножечко поменять. Ну и волшебный Рэдисон, который предложил нам прекрасные условия размещения турнира, мы можем только поаплодировать, потому что они организовали все просто великолепно. Я не знаю, наверное, это самая волшебная тверская территория для отдыха. 6-й кубок «Адреналин Ру Опен» анонсировался организаторами как праздник для всей семьи. В программе турнира была предусмотрена рыбалка для детей, а также широкий выбор различных развлечений. Общий призовой фонд основных соревнований составил 2 миллиона рублей. Среди 80 с лишним экипажей, претендовавших на ценные трофеи, было также много семейных команд, которые ставили перед собой самые амбициозные цели. Прекрасное настроение, ожидание, ну, конечно, победить. Только так. Постараемся, приложим все силы и знания. На церемонии открытия участников приветствовал председатель Тверского областного общества охотников и рыболовов Станислав Барковский. Он и сообщил, что кубок «Адреналин Ру Опен» в этом году включен в план официальных мероприятий регионального комитета по физической культуре и спорту. Следовательно, победители и призеры получали еще и возможность выполнить спортивные разряды. Спортивный комитет области включил данное мероприятие в план календарных мероприятий для того, чтобы способствовать всяческой пропаганде вот именно такого здорового образа жизни и такого вот вида отдыха. Основные соревнования проводились 2 выходных дня, в 2 тура. По сумме улова определялись победители и призеры. При этом зачет шла не любая рыба. Дополнительный коэффициент начислялся за живую, которую после взвешивания можно было отпустить обратно в воду. Зачет идет 5 рыб пойманных. Рыба, которая сдается живой, коэффициент 1,1 умножается. Это раз. Зачет идут окунь без размера, берш не менее 25 сантиметров, судак 40, жерех 40 сантиметров и щука 40, не менее 40 сантиметров. И сдают 5 по 5 наиболее, как говорится, крупным рыбам. Без взвешивания идет. Затем живая рыба выпускается. Это был настоящий адреналин. Экстрима добавила и погода, точнее не погода. Сильный порывистый ветер, временами небольшой дождь. Но, как известно, чем труднее, тем интереснее. Удовольствие и заряд адреналина получили даже те, кто остался без улова. Впечатления всегда положительные. Это же опыт, учишься что-то новое, вот, постигаешь. Все это. Спорт интересно. Добавим, соперничество шло не только между экипажами, но и между членами одной команды. Особенно если в одной лодке рыбу ловили супруги. Например, Анастасия Никитина из Конаковского района старалась не только поддержать мужа, но и обловить его. 4-430. Сам адреналин, который ты получаешь, когда вылавливаешь рыбу, и когда получается обловить мужа, да, то есть как бы быстрее, чем он поймает, или больше, чем он поймает. Это же тоже свой адреналин. То есть вы мужа переловили сегодня? Ну, ту щуку, которую я поймала, поймала я. На 6-м кубке «Адреналин Ру Опен» было поймано много крупных щук, судаков и жерехов. Самую большую рыбу, щуку весом 8 килограммов 200 граммов, вытащил из воды экипаж под номером 2 – Олег Костерев и Семен Готовский из Москвы. Когда ее тащили, думаешь, лишь бы не свалилось, и все. То есть ощущение того, что вот он, этот миллион. Что тащишь миллион. Слушайте, вот когда вытащили, она вас уже бултыхалась. Да. Вот это была эйфория такая, да, вот расскажите. Ну, это не эйфория, просто как бы поняли, что можно расслабиться. Этот экипаж – один из самых постоянных участников кубка «Адреналин Ру Опен». Несколько раз Олег и Семен становились призерами турнира, но еще никогда победителями. Однако интрига в борьбе за главный приз сохранялась до церемонии награждения. А до награждения состоялась еще одна традиционная церемония – выпуск рыбы в родную среду обитания. Ну что, вот такой волшебный. Смотрите, какой красивый. Настоящий волжский. Не поддельный, не какой-то там сетевой, а настоящий. Прямо аж
Руки трясутся, какой красавчик. И мы что с ним делаем? Иди, малыш. Отпускай, отпускай, иди. Мир твоему дому и не попадайся больше на эти большие зеленые приманки. По сравнению с прошлым годом, мы перенесли же с июля в этом году на осень, да. Это спасло огромное количество рыбы, реально. Почему? Потому что погода достаточно холодная, рыба хорошо сохраняется в аэраторе. И я вам могу сказать, из более чем 100 килограмм пойманной рыбы вчера, думаю, что не более 5 килограмм уснувшей рыбы к нам пришло. Сегодня, я думаю, что это примерно такой же объем, совсем чуть-чуть. И это нас очень сильно радует, потому что, на самом деле, тот урон, который доставляют большие, крупные там рыболовные мероприятия по всей стране, природе, ну, хочется его как-то сглаживать, да? Нам это приятно, что нам удается это делать. На церемонии награждения было вручено 11 призов на общую сумму в 2 миллиона рублей. Один из сертификатов на 30 тысяч рублей был разыгран в лотерею. Спонсорами выступили Toyota Центр, Каяк Мастер, Славутич, Усадьба Выкопань, Альтаир Про, Речные Лодки, Виктор Ком, Квест. Кульминацией всего турнира стало награждение призеров. Кубок за третье место получили Андрей Травников и Денис Калугин из Твери. Серебро и чек на 350 тысяч рублей вручено Антону Козлову и Михаилу Калинину из Москвы. Кубок за первое место и чек на 1 миллион рублей от сети интернет-магазинов «Адреналин.ру» Евгений Жалковский вручил, ну, конечно, Олегу Костареву и Семену Готовскому из Москвы. За два дня они установили рекорд турнира с уловом 29 килограммов 29 граммов.